Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодняшнее короткое видео про подарок, о котором шла речь в моем предыдущем ролике. В коробке находится полка для инструмента под токарный станок. Комплектация: пакетик с крепежом. В пакетике болты М8 на 25, шайбы и самоконтрящиеся гайки. Далее инструкция на английском, немецком и французском. Размеры полки. Длина 1030 мм, ширина 350 мм, высота бортов 60 мм, толщина металла 2 мм, вес полки 7 кг. По бортам сделаны 10 выемок для резцов. Кромка металла в этих местах предусмотрительно закрыта защитным торцевым протектором. Справа в полке есть отверстия разных диаметров для хранения центров, патронов, ключей, выколоток и прочей мелочи. Плоскость полки украшена надписью и изображением короны, выполненными методом лазерной резки. Подобное изображение присутствует на всех токарных станках линейки Cornet. Теперь о монтаже. Это может пригодиться тем, кто, как и я, будет монтировать такую же полку на собранный станок. В первую очередь нужно демонтировать ящик с частотным преобразователем. Частичное откручивание одной или обеих пар ног и отведение их в стороны результата не принесли. Полка ни в какую не хотела вставать на свое место. Есть только один вариант установки полки на собранный станок. Это демонтаж одной пары ног. Для этого пришлось привлечь помощника, который приподнял правую сторону станка при помощи рычага. А сам я в это время открутил ноги и только тогда смог вставить полку на место. После этого осталось только прикрутить ее к ногам, вернув на свое место преобразователь. Смотрится, на мой взгляд, очень здорово. Благодарю сотрудников компании Москлад за подарок. На сегодня все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, оценивать видео и оставлять комментарии. До новых встреч. С уважением, Алексей Леонтьев.